предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время весьма ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз. У нас экономическая комиссия, Евразийская экономическая комиссия, руководитель этой комиссии Беларусь должен быть. У нас председательство. Да. У нас ОДКБ по ротации у нас должен быть Беларусь. Вы знаете, что мы рекомендовали и согласовывали Станислава Васильевича Зася. Союзное государство, председатель Высшего Госсовета, нам также большая нагрузка при этом. Вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех.